Здравствуйте, друзья! Сейчас я нахожусь на перекрестке, пересечении улиц Амурская и Полины Осипенко. Здесь тоже вот старинное здание. Погода сегодня прохладная. С утра было минус 14, но на ярком забайкальском солнышке вполне очень даже хорошо, комфортно себя чувствуешь. И сейчас я покажу здание пассаж Второго, исторически называется. Вот это вот прокуратура, современное здание. А вот это вот старинное здание пассаж Второго. И тоже вот, тоже одно из старейших зданий Читы. А там находится антикварный магазин, но я не знаю, может быть, я туда и загляну.